За минулу добу маємо посилення обстрілів наших позицій і провокацій з боку супротивника. Найбільші ці обстріли і провокації з боку Волноваського напрямку. Зброєю забороненого калібру противник надалі порушує Мінські угоди, обстрілює наші позиції з калібру, який заборонений цими угодами. Також вносить певну дестабілізацію обстановки в мирних населених пунктах. В пунктах таких, як Чермалик, Новоселівка, Старогнатівка. Найбільше обстрілів було в Старогнатівці і в місті Чермалик. Просто стороны прямой, прямой наводкой, 20-й миномет работал по краю Чермалыка. Они работают на уничтожении собственности людей, которые потом должны выращивать здесь скот, разводить свиней. Вот мы в ответ огонь не открываем. Они даже знают, что гражданские сюда приходят, какие-то досочки взять, что-то еще там, что валяется на улице. Они работают сразу. Но что удивительно, обычно ночное время, это уже было сделано профессионально, то есть утром был туман на реке, стояла дымка, с той стороны ничего не видно. И в 7.40 начали обстреливать. У них есть информация, что находится техника, которая охраняет Чермалик. И они постоянно бьют в это место, чтобы не схожить на нашу технику. Thank you.